Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в видео будет обзор. Я покажу, как выглядят мои растения в марте. Добро пожаловать в мою оранжерею. Ну что, стало уже традицией снимать обзоры каждый месяц. Итак, у нас мартовский обзор. Сейчас я вам покажу растения, как они себя чувствуют в марте. Начнем здесь с патифилумы. Патифилумы, конечно, разрослись, у меня вообще цветут. Цветение такое и рост. Ну, весна, конечно, чувствуется. Растения прям ожили. Филодендрон фан ван. Поменяла ему место. Поставила его вглубь комнаты. Потому что на солнышке он может все равно обгорать. Я его немного притянила. Папоротник рядом. Папоротник вообще здоровый. Вот такой пейзаж, там бугенвиллия. Ярким пятном. Красотка. Там, видите, замдиректора ходит, проверяет. Он ждет. Ну, когда же распустится такой чудесный цветок мединилы? Любит здесь лежать. Но сейчас как раз вам и покажу мединилу. Вот такой вот огромный цветонос. Даже закрывает у кота мордочку. Вот-вот должны выйти цветочки, выпустить нижний ряд цветочков. А вообще такой шарик, могу сказать, огромный. Она, конечно, меня порадовала. И у нее везде-везде, посмотрите, сколько цветоносов. Здесь два цветоноса из одной. Здесь цветонос. Посмотрите, это будет вообще что-то. Посмотрите, сколько на ней цветоносов. Красотка вообще. О ней, конечно, будет попозже отдельное видео. Как только она распустит свою прелесть, я сразу сниму видео и расскажу, как я за ней ухаживаю. Здесь у меня руселя стоит, тоже распушилась очень сильно. Красоточка тоже. Пока не цветет. А нет, кстати, у нее уже стали появляться цветочки. Бугенвиллия, конечно, нет слов. Очень красиво, представляете, она огромная. У нее огромные шапки, как у большой гортензии. То есть, вот вообще, даже не вмещаются в ладонь. Они в разы больше просто. Очень эффектно смотрится. Я говорю, яркое пятно в комнате, вообще в доме. Какая прелесть. Цвет, конечно, искажается, потому что против окна очень яркое. Это у меня сорт Вера де Перпл. Здесь у меня не одна бугенвиллия, здесь их несколько стоит. И они все цветут. Здесь тоже вообще зелени мало, одни цветные предцветники. Смотрите, что творится. Я даже не успеваю обрезать вот эти засохшие. Потому что у меня сколько бугенвилли, они все цветут. Весна. Что скажешь? Показался директор оранжереи. Привет. Симоша. Ну все, пошел. Адениумы тоже начинают цвести. Посмотрите, здесь цветочек у меня расцвел. И здесь тоже. Это у меня, кстати, прививки на нем.
зацветут. Это вот родной цветочек. А здесь я делала несколько прививочек разных сортов. И вот, посмотрите. Думаю, что вытянет. Сейчас солнышко вроде хватает. Такой красавец тоже. Ну, хоть здесь и простой цветочек, но он тоже очень такой милый. Тоже адениум. Мадам Баттерфляй, посмотрите, тоже в бутонах. Такие крупные, скоро будет распускать. Ну и здесь растюшки покажу. Вот моя шифлера большая, тоже выкинула бутон. Ой, бутоны, извините, листья. Я уж привыкла, что у меня все растения цветут. Два листочка у нее. Там рядом обрезала листья, что-то они мне не нравились. Думаю, вообще, может, ее укоротить, чтобы она заново, потому что все равно высокая. Ну, посмотрим потом в дальнейшем. Ну, здесь цикас. Ну, цикас пока ничего, молчит. Здесь у меня клеродендрум уолича. Дал семена. Сейчас найду, покажу. Вот, кстати, висит такая ягодка зеленая с семенами. Завязалась одна, хотя вот эта веточка была полностью в цветочках. А завязалась всего одна. Ну, тоже приятно. Вот-вот. Ну, а пока зеленая. Это мое кофейное деревце. Смотрите, какое пушистое-пушистое. И растет хорошо. Листочки хорошие, меня прям радуют. Так что листья такие блестящие, красивые. Очень пушистая крона. Моя алоказия стала выпускать огромные листья. Просто опахала. Посмотрите. Посмотрите. Просто размер, я вам скажу, я вот отхожу, чтобы она в объектив у меня вообще вошла. Очень большая. Прям вообще красотка. И тот лист тоже лезет такой большой. Весна, конечно, дает о себе знать. Монстера моя варигатная тоже растет. Листочки такие крупные тоже. Смотрите, тоже еще выкручивает листик. Довольно-таки, могу сказать, быстро растет. Видимо, ей нравится. Спатифилум сенсация. Тоже выкручивает лист. Ну вот сейчас рост пошел, а так, видимо, сидел, думал, наращивал корни. Антуриум тоже. Много вообще у него цветов появляется. И там внизу выкручивает. И внутри там тоже вот не видно. Просто. А, вот. Там тоже видно. В общем, идет такое, знаете, буйство у него полезло цветоносов. Я потом, конечно, его покажу в полном разгаре цветения. Это мой белый антуриум. Но он пока отдыхает. Пока я не вижу на нем. Ну ничего. Скоро и до него очередь дойдет. А так очень пушистый кустик. И сейчас покажу свою полку. Но сейчас у меня здесь уже и кроссандра, как видите, начинает цвести. Один бутончик. И там очень много у нее появляется новых. Орхидея камбрия. Долго цветет. И у нее, посмотрите, вот еще цветонос появился. Не распустившийся. Здесь два цветоноса у нее цветут. Красотка, конечно. Аромат, особенно когда солнышко на нее падает, она прям... От нее прям аромат сильнее.
Ну и здесь мои орхидейки, все себя чувствуют прекрасно, цветем, радуем хозяйку, как говорится. Вот у этой пышная, посмотрите, какое цветение, она прям вся-вся-вся. Хочется ее как-то полностью показать. Бугенвилли тоже продолжается цветение. Здесь у меня на полочке тоже прицветники цветные набирают. Ну, конечно же, мельком покажу свой аквариум. Рыбки тоже чувствуют себя все прекрасно, растем потихонечку. Стрелиция тоже чувствует себя прекрасно, чувствует весну. Смотрите, у нее листья прям выкручиваются. Думаю, летом может порадует все-таки цветением своим. Так вообще хорошо ей. Это другое окно с бугенвиллиями. Тоже они все цветут. И белое там за шторкой виднеется. То есть красота. Это у меня в ванной комнате. Здесь бугенвиллия также цветет. В общем, ей хорошо. На окне диплодении. Но пока что они не цветут. Пока что стоим просто зеленые и наращиваем. Ну, бутончики вот здесь я вижу появились уже. По всей диплодении появляются бутоны. То есть она вот-вот скоро должна зацвести. Лаксиния. Тоже собралась цвести. Смотрите, у нее, видите, бутоны заложила. Так я и оставила в одном кашпо два сорта. Макушка от юки растет. Ну, стоит, по крайней мере, бодрячком. Здесь у меня малыши. Адениумы. Тоже солнышко на них повлияло. Они стали, смотрите, утолщаться. И здесь мои бутилончики. Красавцы мои. Нет. Ванильный и желтый. Розовый. Тоже такой кустик вырос. Красивый. Но это я вышла на веранду. У нас на веранде уже так относительно тепло. И это журчит мой водопад. Я его запустила. Но я его, конечно, заставила всего растениями. Сейчас я по порядочку. Это мой гибискус переехал на веранду. Видите, бутончики. Весь в бутончиках. Прям весь. Трахила спермум тоже. Перезимовал у меня вообще хорошо. Но он дома, конечно, был. Но у меня не цвел. И вот видите, такой вот. Я его еще подстригла немного ему. Усики его. Здесь у меня розмарин. Здесь рядом жасмин. Посмотрите, после зимовки он у меня всю зиму на веранде пробовал. Видите, почки зеленые появились. Я думаю, что он и зацветет. Перезимовал, в общем, хорошо. Розмаринчик. Здесь водопадик. Мой. Здесь у меня орхидеи. Цимбидиум. Они тоже облюбовали это место. Как раз здесь влажность,
Ну, это моя вообще орхидейка. У меня было видео, как я ее случайно-то приобрела, такую красавицу. Там у меня дуранта. Авокадик. Здесь у меня бугенвилли глабры тоже здесь стоят пока у водопада. Просто когда на улице тепло будет, они туда переедут вообще, на крыльцо. Ну и здесь у меня выскочки здесь стоят. Ну, по-другому, если сказать, зафирантес. Тут маленький клеродендрон Томпсона. В общем, получился вот такой вот зеленый уголок. Глаз, конечно, радует. Да, и там вот пуансетти. Ну, пуансетти, думаю, обстричь. У нее листочки немножко под лампой, видимо, обгорели. Выглядит не ахти. Просто думаю, ее надо обстричь, чтобы новая зелень пошла. Ну, когда буду стричь, я сниму видео. Еще раз покажу. А на улице, видите, сколько снега еще? А здесь водопад, цветы. Ну, это вот у меня растения на диванчике вот так вот стоят. Там у меня диплодения, бугенвиллия. Вчера вынесла плюмбага. Я, кстати, вчера вынесла плюмбага, а сегодня смотрю, он цветочки распустил. Ему прям вообще понравилось тут. Видите? И он весь прям в бутонах распускаются. Очень много бутонов. Здесь у меня бутилон. Жасмин. Ну, жасмин, правда, не цветет. Ну, думаю, может быть, сейчас же здесь все равно ночью-то прохладно. Думаю, может и порадует. И здесь вот у меня бутилон ванильный стоит. Видите, я формирую штамп. Вот такой вот получается. Тоже цветет. Ну, он закрыл цветочек вот здесь. В общем, все хорошо. Ну, вот глаброчка пока одна цветет. Маленькая, кстати, которой я формирую. Вот такие корешочки наращиваю. Тоже попозже посмотрю у нее, что, может быть, приподниму ее. И вон там замдиректора пришел посмотреть. На веранде он освоился хорошо. Ну, растение нюхает, но не трогает. Не трогает. Пытается, конечно, вот эти узкие листочки, вот выскочку пощипать. Ну так, что не скажешь, он, конечно, уходит. А так в основном все хорошо. Да, Бали? Бали. Ну вот такой обзор получился. Надеюсь, вам понравился. Пишите комментарии, я буду очень рада. Ставьте лайки, не забывайте, и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео.